Чё-то жар долго спит. Ну, чё, пошёл стрим? Сейчас пойдёт. Ну, он к 6 вроде как обещал. Если не проспит, сказал. Чё-то пристало. Она ещё и японская, блин. Ну, видишь, как хорошо. Замечательно. Не, ну это погуглить надо, может, ром это есть. Какая-нибудь американская. Сейчас я погуглю. А стрим-то пошел, нет? Стрим пошел. Да ну вас к черту, китайцы. Замечательно. Реально, Sailor Moon взмахивает чем-то. Ну, по анимешечке. Чё-то нажать-то. Сейчас я узнаю, если это какой-то американизированный. Что я вообще нажал? Какая-то Барби ходит. В покер играешь, что ли? На деньги. Ну, на ROM Nation, по крайней мере, только японская версия. О, чё это? Нажал что-то? Что это? Что ты творишь? Еще глюки какие-то. Один. Нормально наколдовала глюки. Не, ну это ром походу кривой. Если нормально найдем, то можешь рерол делать без записи сейчас. Да, у тебя какого региона он? Японский? Ну, я так понял, другого нету. Сейчас еще посмотрю одну минуту. А, блин. Полицейский, с тобой можно поговорить? Да, значит, после заклинания краш стоит. О, вот стрелочка показывает. Нет, нету других регионов. Я думаю, этот ROM один на всех сайтах. Чё тогда? Ну давай рерол без записи времени. Да, ты тогда не сбрасывай тут это. Особо ты ничего не проиграл, время не прошло. Прям так перевыбираю тогда. Да, по-моему, с каждым ререлом все хуже и хуже закачается. Перевыбор, да. Вообще, чё это глючит-то? Ну, битый ROM. Фрай, какой-то Шугоу. Тоже какая-то японская по-любому. Скачай пока. А чё я скачивать у меня? А, ну дай запускать. Есть. Скорее всего. У меня просто хоккея не было. Нет, тоже его нету, блин. Тогда скачивать придется. Слушай, ну вот это точно RPG-шка. И сейчас сразу надо посмотреть, есть ли там другие регионы. А как она называется? Фрай какой-то. Сейчас мы посмотрим. Ты пока это... Я пока отключу и начну скачивать. Найду. Да там, наверное, даже скачивать тебе не придется. Сейчас я по-быстрому гляну. А, ну давай. Thank you.
А тут ее вовсе нету. Слушай, ее этих нету в библиотеках на сайтах. Че, вообще нигде нету? В Яндексе, например, посмотри. Ну где-то есть, должна быть. Ну, сейчас я тоже посмотрю. Ну вот на зарубежных, но тут везде японка. Да, везде японская версия. Ну и чё с ней? Получается, да. Что у вас тут не получается? А, два рерола подряд. Нормально. Чё делать-то? Будем играть в неё? Ну-ка, зачем? Там RPG ты не сможешь. Кстати, ты знаешь японский? Нет. Чё, опять рерол? Да? Да? Да. Блин. Defenders of Oasis. Что-то знакомое. Тут. Нормально заглючило. Что у тебя заглючило? Да не. Так, что-то музыка там. Не наказывай, что она какая-то RPG. Ну она, по-моему, хотя бы на... Ну, на английском она есть. Ну, все уже. Все, тут играть. Уже не отвертишься. Да. Играй или часик тебе опять. А, вот копилочка. Она. Блин, а игра-то, судя по всему, прикольная. Как это Sailor Moon называлось? А, Кейко какая-то там. Посрал по списку удалю. Ну, джим какой-то. Куда ты меня? Ну-ка, это пародия Beyond, это Oasis, или как он там правильно называется? Старик, ты что скажешь? Блин, я ненавижу RPG так-то. Тем более такие 8-битные. Ну хоть мне ни одного везет. Жене везет. Чё ты, солдат, скажешь? А не буду с ними разговаривать. Куда не пойду сразу сейчас. Thank you.
Чё ты сказал? Выпусти меня, скотина! Лучше б я хоккей заново начал. Чё так, попозже к вам вернусь, пойду пока тогда. О, меч. А у меня деньги есть? Денег нет. Я хочу уплыть отсюда. Чё? Я принц, дайте мне денег. Меч купить. Да, вообще жесть. Я был бы. Сейчас шарится тут, блядь. О, махач. А если убежать, я не хочу драться с ними. Ладно, файт. У тебя посередине, ты самый наглый, по-моему. Че, у меня ничего нет? Зашибись. Бокс. Я замочусь. О, хреновый принц. $15 получил. Все, я вернул принцессу. Конец игры. Повел куда-то. А, вот оно чё.
Шанадар, блин. Проснись. Что опять случилось? Что я там? Блин, что-то все пропустил. В подвал уже повел куда-то. Что случилось? Бегать. О. Такого лево, право, лево, право. Куда ведет ее? Посуда может пройти? Че, ничего нет? Утонул нахрен. Теперь правого замочу. Да достали уже пауки. Да я так никуда не дойду, они же меня убьют нахрен.
Да ну я убегу. А не убежал, что ли? Принц херово бегает. Да я не успел. Не успел сдвинуться, сразу пауки, блин. Опять. О, уровень поднялся. Да вы... Ты кто такой? Сразу убил. А у меня нет лечилки. Отсюда выйти можно, нет? Деда убил, с одного удара вырубил. Имперский солдат, что ли? Ты зачем? Есть сохранялка. Она меня, походу, замочит сейчас. Зачем я к нему подошел вообще? Че, все, гейм овер? Ништяк, поиграл. Ладно, теперь я знаю, куда идти. А, continue. То, сохранение есть, ништяк. Не буду к тебе подходить, скотина. Опять деды. Да вы чё меня все ненавидите-то так? Может, защиту взять? Ни хрена не колдуны. Нахрена я сюда шел, блин?
Да я вообще сдвинуться не смог. Они сразу замочили. Сдох. А, если копи гейм сделать. Нет. Ёлки-палки. Да дайте мне дойти до куда-нибудь хоть. Ну спасибо, нарвался, блин. В магаз надо обратно идти, откуда начал. А, убили принца, типа. А, значит, по сюжету все. Проснулся. Кто такой? Магическая лампа. ЛОЛ. Нормально. Почему? Ну что, он мне дал что-то? А, вот этому священный какой-то. Блин, с тобой я драться не хочу, скотина. Опять ты? Да что за... Вы не дайте дойти до куда-нибудь хоть, бабки-ёшки. Да дайте дойти до куда мне хоть. Бабки.
вырубили нахрен. Может, обратно мне идти надо? Блин, у меня тоже 7 вечера уже. Думаю, обратно мне сходить в замок. Да дайте уже пройти, блядь. Я из Тюмени. Люк Ведро. Люк Вейдер. Так. Люк Ведро. Сейчас опять пауки-пауки, блядь. Не, я жил в Новосибирске. Да вы что, издеваетесь? Это вся игра, что ли, такая? А, Люк Ведро с Новосиба. Но я тоже в Новосибирске жил. Вот что-то всех убили, блядь. О, ключ взял. Там же дверь где-то закрыта была. В 2008 я жил там. Да недолго, год. Может, эту заюзать.
подлечился. Да что за игра такая, блин? Вот невозможно играть, только двигаться начнешь, сразу эти вылазят козлы. Да не хочу я сюда. Где дверь была, не помню уже. Да ёлки-палки, блин. Ты сундучки. Хоть что-то полезное нашел. Да и... Я там лампу видел, как не пройти. Тут лампа, значит. А мне 1 час добавили там, по-моему. О, лампа. Джин-то какой-то злой. Ужас. О, у меня джин есть. Ну да, можно из-за этих боев затянуто бы. Что мы имеем тут?
А у меня сколько динамов? 653. Что-то поменял. Ага. Да, вот так вот. Да зачем я сюда пошел? Ты там спальня. Блять, жесть какая, а. Дайте мне хоть до куда-нибудь дойти-то. Блин, зачем я сюда шел? Какая увлекательная игра. Как мне отсюда выйти-то? Обратно в подземелье, что ли? Я вообще не понял, что такое тут. Что происходит? Наконец-то зашел, блин.
Да, Мегадрайв же обещали сегодня. Тут же сохраняется игра. В 6 часов по Москве обещали. Вот это пройти? Я не знаю, тут сутки ее проходить буду. Что за игра такая дикая, блин? Разработчики, наверное, точно фашистами были, блин. Походу генерала надо вломить. Походу надо этому вломить.
Блядь, Джина убили, его воскресить-то можно будет? Вообще не понимаю, хуйня. Кстати, джин мало отнимает. Все, убил наконец-то. Ну, наконец-то уплыли отсюда. Сейчас с Кракеном драться будем. А что у него купить можно? А вот этих на покупать его. Вообще не понимаю, что это такое тут вообще творится. Что за платин, блядь? А уйду отсюда. Он со шваброй гуляет тут.
О, со мной еще один. Че, нас трое, что ли? Да. Ништяк. Через полчаса стрим. Тут сохранение вроде есть. Ох ты, какие красавцы. А чё так мало отнял? Что-то джин мало отнимает. Да, хорошо, закончу. Надеюсь, тут сохранения останутся, чтобы потом-то продолжить. Да, у Джина там три магии каких-то. Только я вообще не разобрался в них. Они же жирные вообще, как их бить-то, блядь? Как жена замочат, по-моему. Вот какая-то алма, блин. Блин, что это такое, блин? А, это... Подлечиться. Блин, я файт нажал. За них сразу ЛВЛ повышается. Джинс подуна, красные глаза. По дорожке пойдем, не будем сворачивать никуда. Да ёлки. Ни хрена он отнимает. Наконец-то.
какую-то деревню пришел. Колхозники ходят тут. Арабские. Здорово, ты чё тут с граблями ходишь? Блин, не то. Нет. А, типа, иди поспи, да? Снэйк атак. А, снэйк акт. А если я купить? Все. Побольше. Хватит. А чё тут, как сохраниться-то, интересно? В пальме, может, что-то есть? О, куда ты пришел? Сейв стэта нельзя. Ну, если только сдохнуть специально. Да мне дойдите дойти до куда-нибудь, а? Чё за холома? Thank you.
А он все равно не убежит. О, потанцевать можно. Давай потанцуем. Я нажимал сколько раз ран, а он все равно не убегает. Либо меня догоняет просто. Вот, например. Пам-пам-пам-пам-пам. А нет, убежал в этот раз. Получилось. Куда иду вообще? Ёлки-палки. А если убежать? Что-то не удалось убежать. Достали. Это как в игре челюсти-то. А, вот сюда надо было идти. А, капитана убили. Падлы.
Что-то они жирные какие-то. Ассасины-то эти. Все, убили. Что если копии сделать? На всякий случай. Вот сюда. А чё, нельзя? Ну чё, всё, уходим. Закрываем стрим. Всем спасибо, всем пока. Может, завтра продолжу. Ну или послезавтра. Так что освобождаю. Кто там играет, а дальше? Sega Mega Drive.